Удочки, комнату чек. Раздели полчаса. Надевать на самом деле можно. Удочка розовая, но вам кажется, что белая. А вот так вот мы будем делать. С чего начнем? С кроватки, может. Вот косичек будет. А, вот еще забыла. Вот еще вот. И очки. Да, у меня сломался. Но их как-то ношу. Классно же. Забыла, что есть для уточки. Уточка, это тебе. Живи. Где она будет спать? Опа. Да господи. Сорян. Не. Плохая идея. О. Такие вот тряпочки. Вот что нужно нам для этого. Ну, для этого нам нужен свет. Но вспышки у нас нету. Так что будем без света. Но у меня какой-то есть. Ну, естественно, кольцевая лампа. Так он выглядит. Нет, это его подушечка. Господи, пожалуйста, вы можете сказать, что это правда. Напишите комментарии. Потому что если будете отклонять комментарии там как там, что у меня голос и рука, то это не считается. Считается только голова. Я пока мне подушечку делаю. Ну как бы она должна быть вот такая вот. Вот так вот. И постелим. По краевочкам. Да, как-то так получилось. Вот, света я вот так вот делаю. Там просто нажимается свет, и я вот так вот двигаю. Ви! Могу еще больше добавить. Вот, добавить. Ну что, уточка, попробуем. Ты положи. А вот так вот она сама ложится. Подождите секундочку. Она, наверное, сейчас будет спать. Кажется, что уже засыпает. Короче. Где у нее будет храниться вещи? Ну, естественно, тут. Ой-ой. Не хлеба. Да ладно. Вот тут вот у нее будет храниться вещи. А если что-то висящее, то вот так вот. А, вот сумочка есть еще висящая. Кто вот так вот? А вот это? Чтобы губы не лопались, тебе нужно как-то... Подождите секундочку, так не ори. Так.
Так, мы тебе сейчас накрасим губки. Вот скажите, если вы любите уточек, жмите лайк. Жмите именно, жмите. Они ж такие милые. Подождите, у меня осталось сейчас щечка протирать ему. Ну, это на самом деле гель для губ, но все равно. Нужно теперь нужно размазывать. Ну, господи, тебе нужно почку как-то сделать и закрепить. Я придумал. Так, ой, что-то поломалось, подождите. Ой, обои. Напишите в комментариях, как мне сделать почку. Ой, я подумала. Да-да, я не со стенкой разговариваю, а с вами. Так, сейчас работала. Сейчас покажу, как это работает. Вот, удочка спит, а вот тут вот почка. А это именно почка для вещей и для гелев. Для гелев. Я так неправильно говорю, наверное. Но вы можете написать в комментариях, правильно я говорю или нет. Так. Вот так вот. Ну что, крабит, что ли? Нет, вот сумочку тоже нужно сюда, значит. И гель для губ. Это не выдержит, господи. Может, поглубже нужно? Все равно поглубже, еще и еще поглубже. Я сюда хочу. Пустите. О, вот так вот. А это мой рюкзак в школу. Подождите. А, кстати, у меня есть еще одна сумочка, чтобы она делала по магазинам мне, чтобы положить как там сумочку туда. Меня просто забыла. У меня вот для сумочки есть только. Вот. И закрываешь. А сюда можно поставить кока-колу. Саря! Подождите, вот. Ничего не получается. О. Открыться она сможет. А закрыть как будто не могу. Вот такая я рукожопая. Гель для губ. Убираемся на полочке чек. Вот так вот у нас выглядит. Такс. Напишите в комментарии, можно уточек мыть или нет. Я много чего рассказываю для вас. Только мне как-то нужно повесить. Так это нужно.
Вот, поставила. Ой, да господи, да какой он рукожопый. Вот так вот у нас прибрано. И этот день подошел к концу. И всем пока-пока, мне еще нужно покормить его. Ему нужно еще попить, между прочим, покушать. Вот. Всем пока-пока! А это, между прочим, я. Ладно, всем пока.